телеканала РБК продолжает региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля «Шератон Плаза» в студии Светлана Лосева. Здравствуйте. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко посетил в Уфе межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ. На месте его сопровождали замминистра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов и исполняющий обязанности премьер-министра республики Андрей Назаров. Осмотр объекта делегация начала со стройплощадки второй очереди, где сейчас возводят геномный центр и главное здание кампуса. Ведутся подготовительные работы и устройство котлована. Общая площадь всех объектов нового кампуса составит более 140 тысяч квадратных метров. IQ-парк уже открыл свои двери для резидентов, ведущих вузов и инновационных компаний. Дмитрий Чернышенко осмотрел лабораторию передовой инженерной школы «Моторы будущего» и принял участие в дистанционном открытии центра сервоприводов. Новая площадка представляет собой центр разработки электрических машин и систем управления с опытным производством, оснащенным новейшим испытательным и производственным оборудованием. Ожидается, что на полную производственную мощность лаборатория выйдет к началу 2025 года. Мы с вами 3 года назад говорили, вы дали поручение, мы это поручение довели до ума, отмонтировали 3000 квадратных метров, сделали центр сервопривода, закупили оборудование, запустили это оборудование, начали уже выпускать продукцию, которую я вам сегодня тоже покажу, которая уже начала работать. Кроме того, гости оценили инфраструктуру Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. Он готовит специалистов в области IT, связи, информационной и пожарной безопасности для железнодорожной и машиностроительной отраслей. Делегация осмотрела мастерские по разработке мобильных приложений, компьютерных игр и мультимедийных приложений. 2 300 000 квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Башкортостане за 9 месяцев года. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Минстроя Артем Ковшов. Объем на 3,5% меньше, чем за аналогичный период 2023-го. На сегодня в регионе действует 235 разрешений на строительство многоквартирных домов площадью в 3,5 миллиона квадратных метров. До конца года в планах выдать разрешение на возведение еще 500 тысяч квадратов. Кроме того, по данным Минстроя, в этом году возвели 13 социальных объектов, включая школы, детсады, спортивные и медицинские учреждения. До конца декабря сдадут еще 8. В их числе республиканский кардиоцентр в Уфе, обновленный стадион «Спартак» в Мелеузе. В планах на следующий год 23 соцобъекта. Напомню, перед стройотраслью Башкортостана стоит задача к 2030 году возводить не менее 4 миллионов квадратных метров в год и развивать инженерную инфраструктуру в рамках программы «Стимул». Министерство лесного хозяйства Башкортостана приняло меры по охране лесов от пожаров после вмешательства надзорного органа. Проверку провели сотрудники природоохранной прокуратуры. Они установили, что в этом году в период со средним и высоким классами пожароопасности должным образом не организовали авиапатрулирование в зоне обнаружения лесных пожаров. Кроме того, не всегда контролировалась работа арендаторов, в том числе по строительству дорог противопожарного назначения и устройству минерализованных полос. Данным фактом природоохранная прокуратура внесла в адрес министра лесного хозяйства представление и ведомство устранило нарушение. Число предпринимателей в Башкортостане за год увеличилось на 4,5%. На сегодня в республике зарегистрировано 138 тысяч представителей МСП, сообщили в профильном ведомстве. По статистике, каждый третий занятый регион работает в этой сфере. С начала года численность на малых и средних предприятиях выросла на 5,5% и составила 579 тысяч человек. В этом году на поддержку бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» направили 445 миллионов рублей. Из них 436 – это из федерального бюджета и 9 миллионов из региональной казны. Предпринимателям предоставляют льготные микрозаймы, лизинг и гарантии. К примеру, региональная лизинговая компания оказала поддержку 50 субъектам МСП на 282,5 миллиона рублей. Это очень хорошая и ожидаемая новость, так как в нашей республике создан очень благоприятный климат для развития бизнеса. И тот перечень мер поддержки, который оказывается у нас, есть далеко не в каждом регионе. И вот в частности огромный спектр таких мер оказывает центр «Мой бизнес». От обучающих программ до защиты товарного знака, субсидирования. Также с начала года в Башкортостане увеличилось количество самозанятых на 31%. По данным Министерства предпринимательства и туризма, на сегодня их насчитывается более 244 тысяч человек.
Минэкономразвития России включил Башкортостан в число лидеров по развитию региональных зонтичных брендов. Республика вошла в рейтинг наряду с Москвой, Московской областью, Краснодарским краем и Свердловской областью. Единым зонтичным брендом для местных производителей и поставщиков услуг является «Сделано в Башкирии». В Министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности сообщили, что на сегодня бренд объединяет 218 компаний. Пользуясь этим торговым знаком, несырьевые предприятия региона могут более выгодно позиционировать себя на внутреннем и внешнем рынках. Компании приняли участие в 78 международных выставках и в более чем 30 бизнес-миссиях. Заключили 164 экспортных контракта на 67 миллионов долларов. За это время уже сформировался положительный имидж региона, и, соответственно, даже новые бренды уже воспринимаются как залог и гарант качества, конкурентоспособности и приятного диалога, комфортного для обеих сторон. А конкурентоспособности наши бренды достигают благодаря хорошей системе мер поддержки, которая выстроена Министерством внешнеэкономических связей, конгрессной деятельности и нами, как Центром поддержки экспорта. Это участие в международных выставках, бизнес-миссиях, это переводы, это компенсация транспортных затрат, это экспортный кэшбэк. В целом региональные бренды созданы в 56 субъектах страны. Они объединяют 15 тысяч компаний. Причем на 4 крупнейших региона, включая Башкортостан, приходится 2/3 производителей. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.